Всех приветствую! Сегодня мы будем с вами искать лоты на электронной торговой площадке Агентства по госзаказу Республики Татарстан. Сегодня мы будем учиться с ней работать и искать лоты. Здесь у нас есть несколько кнопочек. Документ, инструкции, реестр развещений. Вот здесь нам нужно выбрать, что мы хотим. Давайте, например, выберем продажу без объявления цены. Здесь у нас все высвечивается, все, что у нас есть. Дальше. Нажимаем фильтр. Здесь мы можем ввести номер извещения по сайту торгигов. Предмет извещения. Организатора торгов. Можем ввести сумму, да, то есть, ну, там, если это без объявления цены, то, по идее, не должно быть 0 рублей. Дату публикации, то, что это без объявления цены, спецаукцион. Дата начала приема заявок, дата окончания и регион. Допустим, нас интересует Москва. Москва. Нажимаем «Найти». И здесь все, что сейчас реализуется в Москве, именно на этой площадке, вы можете найти. Можем нажать кнопочку «Открыть». Сведения лоты, оформление заявок на участие, условия проведения процедуры и документы. Просмотр нажимаем. Здесь у нас высвечивается все, что мы с вами. И здесь мы видим, что все это подписано электронно-цифровой подписью. То есть вот так вот мы ищем лоты на электронной торговой площадке по госзаказу Республики Татарстан.